Доброе утро, уважаемые трейдеры! Приветствую вас на очередной торговой сессии этой недели. И, как и всегда, мы анализируем события минувшего дня и разбираем отчеты дня сегодняшнего. Сразу же к повестке экономического календаря. Друзья, я думаю, что многие из вас уже посмотрели, что мы ждем сегодня. Я, честно говоря, даже ничего не выделил особенного, потому что считаю, что сегодня день будет довольно консервативным, спокойным. Ну, максимум, что мы будем отрабатывать, это прежние идеи. В целом, важных релизов не будет. Выступление представителей Федрезерва, я думаю, что они, чиновники голосующего монетарного кабинета, не имеют сейчас никакого значения, точнее, их мнение для нас не важно. Нас интересует мнение только Джерома Пауэлла, который возглавляет непосредственно американский регулятор. А с его мнением мы уже знакомы и знаем то, что декабрь остается месяцем повышения процентной ставки. Поэтому, если уж хочется на что-то сегодня обратить внимание, это отчет от Американского института нефти по запасам, предваряющий релиз от администрации аналитической информации. Он будет опубликован, правда, в переходе уже с торговой сессии вторника на среду в 00 часов 30 минут по московскому времени. Если есть желание, есть возможность, можете понаблюдать за этим релизом. Ну, все-таки куда больше интерес для нас представляет, конечно же, официальная статистика. Она будет представлена для анализа, для обсуждения трейдерам вот уже, собственно, завтра ее и ждем. На этой ноте я предлагаю перейти к нефтянку, посмотреть, что у нас творится сейчас на рынке нефти, в частности, Черная пятница. Я думаю, что по праву можно назвать то, что происходило на рынке углеводородов в пятницу, именно так, потому что величина в процентном эквиваленте однодневного, скажем, снижения внутри дня по бренду WTI оказалось максимальным за последние 3 года. Это самый настоящий панический сброс и обвал. Собственно, мы протестировали поддержку $60 за баррель, оказались ниже. Я рекомендовал, друзья, открыться. Надеюсь, то, что вы прислушались к этой рекомендации и сейчас уже примеряете на себе статус сторонних наблюдателей того, что творится на рынке черного золота. Ну, в общем, Черная пятница вчера была замещена восстановительной, обнадеживающей торговой сессии понедельника. Котировкам удалось восстановиться в районе $60 за баррель. Я считаю то, что это движение было абсолютно предсказуемым, однозначным, с учетом факта перепроданности нефти и целого ряда технических индикаторов, которые в прямом смысле вопили о том, что откат фактически неизбежен. В итоге мы его и увидели. Стоит отметить то, что основной фундамент, друзья, он остается прежний. Это фундамент, связанный с ростом предложений. Соответственно, если говорить о том, что может произойти с нефтянкой в долгосрочной перспективе дальше, то при неизменности этого фундамента, при сохранении высоких показателей нефтедобычи ключевыми регионами, у нефти только одно будущее, стоит все дешевле и дешевле. Но, друзья, я предлагаю пока что несколько на втором плане сейчас поддержать этот фундамент и принять к сведению идею того, что идет локальное, такое краткое, среднесрочное замещение этого фундамента ожиданием двух очень важных встреч. Во-первых, это встреча ближневосточного картеля, которая запланирована уже на следующую неделю, 6 декабря, и более ранняя встреча руководителей США и Китая на полях саммита G20. Собственно, это событие пятницы-субботы, и одним из ключевых вопросов, который будет поднят на повестке обсуждения, это торговые споры, разумеется, между Соединенными Штатами Америки и Китая. Как я предлагаю использовать этот фон? Я думаю, вы все прекрасно понимаете, что в случае конструктивных переговоров, конструктивного результативного обсуждения, может быть даже каких-то сигналов на нахождение компромиссных решений в обоих встречах, что между США и Китаем, что в рамках ближневосточного картеля, явно улучшится рыночное настроение. Улучшение рыночных настроений – это фактически тождественно спросу на рисковые инструменты, к которым традиционно относится и нефтянка. Я предлагаю на этом сейчас и обозначить, собственно,
Идею, которую можно развивать на рынке нефти дальше, это идея, упирающаяся в краткосрочный рост, восстановление. С одной стороны, техника. Я думаю, что многие из вас уже оперируют какими-то отдельными техническими индикаторами и увидели сигналы там. Если техника вас не устраивает, фундамента в порядке идеи, знаете, покупай на ожиданиях, продавай на фактах, сейчас будет тоже работать. Если страны ОПЕК 6 декабря согласуют солидарное сокращение производства нефти, конечно же, это позитивный сигнал для нефтянки. Конечно же, рынок нефти на этом не сможет не приободриться и не сможет не вырасти. Конечно же, он вырастет, но вопрос очень большой, договорятся ли об этом. Мы знаем, что ряд регионов, мягко говоря, ряд регионов, может быть, даже львиная часть, в глубине души не хотят, собственно, сейчас корректировать производство нефти, поскольку с учетом таких низких цен, которые мы наблюдаем сейчас, только-то рост и добычи и может кое-как удержать на высоких показателях, ну или более-менее приемлемых показателях роста выручки. Если сейчас еще и при таких ценах начать сокращать производство для стран, которые в целом базируются, их благополучие зависит от экспорта углеводородов, это будет, на мой взгляд, крайне недальновидный шаг. Но мы все это прекрасно понимаем. В то же время ближневосточный картель отвечает действительно за будущее всего рынка и, может быть, там щелкнет у них о том, что нужно сохранить баланс на рынке, нужно сейчас сократить глобальное предложение, фактическое решение будет принято. Я не знаю, до чего договорятся, но все-таки пока с учетом фундамента сложившегося, стараюсь оставаться реалистом и не особо в это верю. Но прекрасно понимаю то, что на ожиданиях вот потенциальных договоренностей нефть могут неплохо выкупить. И вот что касается встречи США и Китая, обсуждение торговых споров, тоже я абсолютно уверен, что никаких договоренностей не будет, но все равно рынок живет сейчас в надежде, что компромисс удастся достигнуть и будет проработан какой-то документ-дорожная карта, в конце концов направленная на вот снятие напряженности в торговых отношениях между ведущими экономиками мира. Поэтому давайте пока что возьмем за основу именно подход такой. Покупай на ожиданиях, продавай на фактах. При этом, друзья, сразу хочу сделать ремарку. Это посыл для тех, кто хочет рискнуть, хочет все-таки поработать на рынке нефти, даже несмотря на уже неплохой профит, который нам удалось получить. Для тех, кто довольствуется тем, что есть, и сейчас не хочет под закрытие, собственно, 2018 года что-либо еще предпринимать, рисковать, я рекомендую сохранять выжидательную позицию. Ну, по крайней мере, до тех пор, пока ситуация не прояснится. Я думаю, что в конце следующей недели у нас будет уже больше, скажем, друзья, фундамента, больше основы, чтобы рассуждать о дальнейших долгосрочных ориентирах. Поэтому, если руки чешутся, но все-таки вы можете взять себя, скажем, в тиски, сохранять контроль и сейчас не проявлять активности, вот такой нейтралитет и сохраняете. Если все-таки хочется поторговать, я сейчас вижу хорошие возможности, друзья, для покупки нефти, может быть, даже с потенциальным откатом в районе $65 за баррель. Если вам приемлема торговля на ожиданиях, то я думаю, что эта сделка может стать неплохой для вас и в конце концов может обернуться также еще и профитом. Рубль 67.09, собственно, как ожидалось, российская валюта начала активно сдавать свои позиции. Думаю, сегодня с торгов, с открытия, буквально через несколько минут рубль снова окажется под прессом и доллара, и европейской валюты. Собственно, ожидаю движения выше 67.5. Мы сейчас говорим даже не только о том, что происходит на рынке нефти, хотя прекрасно понимаем, что нефтянка все-таки ключевой
триггер для движения рубля. Мы сейчас говорим еще и о росте геополитической напряженности, в частности из-за конфликта в Азовском море между Россией и Украиной в Керченском проливе по поводу вот этого инцидента. Развитие событий этот конфликт получил, Украина ввела военное положение. Собственно, экстренное заседание ООН – это то, что произойдет в самое ближайшее время. Друзья, к чему все это может привести? Ну, как минимум, к тому, что Украина при правильной подаче этой информации может, скажем, сплотить Запад в пользу того, чтобы были обозначены новые финансово-экономические санкции. Этот вопрос поднят, скажем, в новом формате. Мы и без того были абсолютно уверены, что России санкции не миновать уже в первом квартале 2019 года. Но, судя по всему, новый пакет финансово-экономических ограничений может оказаться еще более губительным, потому что сейчас он снова приправлен геополитической темой и таким подтекстом того, что Россия продолжает нарушать территориальный суверенитет другого государства. Эту тему Запад очень любит. Поэтому, если им нужна была мотивация для более агрессивных действий, в итоге они, можно сказать, ее получили. Поэтому рубль не только из-за нефти снижается, рубль еще переживает за будущее российской экономики. Я думаю, что многие из вас, возможно, тоже пекутся о том, что будет с Россией дальше в плане экономической конъюнктуры. Но все на поверхности. Мне кажется, прочитать будущее с учетом вводных, которые мы получаем, я думаю, что довольно просто. Ну, как минимум, для рубля это точно не будущее, которое предполагает бодрость этой валюты. Евро против доллара 1.1337. Европейская валюта снижается. По итогам прошлой недели мы убедились в том, что у евро не хватает достаточной поддержки. В принципе, он ее лишен, чтобы закрепиться высшее сопротивление 1.14. В ходе понедельника пара снова просела, не удержалась даже поддержка на отметке 1.1350. Я абсолютно уверен, что снижение евровалюты продолжится и дальше. Новостной фон способствует только этому. Подвешенный вопрос с Италией, с бюджетом Италии. Устал я уже от комментариев, которые по содержанию, скажем, противоречит тому, что мы слышали, собственно, ранее. То есть в пятницу премьер-министр Италии сообщил о том, что пересматривать проект бюджет, дефицит бюджета не будут. Вчерашние новости говорят о том, что Италия все-таки готова сесть за стол переговоров и, возможно, обсудить сокращение проекта и ожидаемого дефицита бюджета с 2-4% до 2%. Но раз уж так фон меняется буквально с каждой торговой сессии, я допускаю, что, возможно, сегодня мы увидим уже другие комментарии. В целом, этот вопрос остается подвешенным, как я отметил, друзья, до прояснения. Я думаю, что его нужно использовать, скажем, этот фактор как причину для слабости евро. По статистике тоже очень много мы в последнее время говорим. Провальные индексы производственной активности, активности в сфере услуг, темп экономического роста Германии, худшие за последние 3 года. Удручающие показатели экспорта, которые будут только проседать. Вчерашние отчеты по индексу оценки текущих экономических условий, индексу делового оптимизма и индексу экономических ожиданий тоже хуже, чем в прошлом месяце. Если есть возможность, друзья, попробуйте построить график. Во многих экономических календарях есть такой функционал. Как меняются показатели, скажем, за длительные периоды времени, вы убедитесь, что индексы настроений находятся исключительно в нисходящем таком пике. И я продолжаю настаивать на том, друзья, что худшие времена еще не миновали. В конце концов, к чему это все приведет? К тому, что Европейский центральный банк может подтвердить, либо все-таки обозначить то предположение, которое я сделал много месяцев назад о том, что экономика все еще нуждается в экономических стимулах. Кстати, вчера на выступлении Питера Пратта, главного экономиста Европейского центрального банка,
мы снова получили намеки того, что стимулирование будет продолжено. Ну, не знаю, о чем это говорит, о сохранении программы количественного смягчения, либо о более поздних решениях о росте процентных ставок. Ну, мы сможем в этом убедиться уже, друзья, в первой практически декаде декабря, когда состоится очередное заседание Европейского центрального банка. Я вижу только одну дорогу сейчас для евро, это снижение и движение ниже отметки 1.12. Фунт против доллара 1.2812, то есть позитива, так ожидаемого многими по факту прошедшего саммита Европейского Союза и фактически одобренной сделки по Брекситу, мы так и не увидели в динамике британца. Это значит то, что позитив, он довольно сомнительный, поскольку все прекрасно понимают, что этот документ очень трудно будет протащить в правительстве Англии. Поэтому мы ждем, друзья, это голосование, пока точную дату не назову. Но думаю, что это голосование будет последним вообще для этого документа. В итоге его не пропустят дальше. И снова мы вернемся к идее отсутствия соглашения по Брекситу и явно шатающимся креслом, а собственно под Терезе Мэй. Соответственно, политическая неопределенность, на мой взгляд, это ключевой фактор, который сейчас должен держать подальше всех от покупок британца. Надеюсь, то, что вы уже решили для себя, как вы будете действовать с фунтом на перспективу там, ближайших недель, может быть, даже нескольких месяцев, хотя, наверное, настолько вперед сейчас очень трудно прогнозировать. Ждем подробности по Брекситу, ждем все-таки, о чем, в конце концов, удастся договориться или нет, будет ли эта сделка или, опять же, нет. Мою позицию вы знаете, друзья, я сохраняю короткие позиции, я сохраняю шорты и жду фунт на отметке 1.25. Доллар иена 113.50, в принципе, ничего не меняется, американская валюта восстанавливается. Сегодня поддержки для доллара, в принципе, взять неоткуда, потому что статистики и каких-то прочих фундаментальных событий не будет. Но конец недели будет гораздо более интересным. Буквально с завтрашнего дня мы переключаемся на серьезнейшие релизы. Это темп экономического роста, индекс расходов на личное потребление. В пятницу встреча, собственно, США и Китая по вопросу торговых отношений. И, в принципе, опять же, если все пойдет, как хотят оптимисты, у доллара появится еще и политический фактор поддержки, потому что если компромисс в любом формате будет обозначен по данной теме, не будет необходимости уходить в защиту и, скажем, покупать те инструменты, которые обладают более высокими защитными, более выраженными защитными свойствами, чем доллар. Я вообще сейчас не вижу никаких преград для роста американской валюты и считаю, что неделю мы точно закроем выше уровня 114 йен за 1 доллар. Американский фондовый рынок немного откатил, друзья, но не стоит списывать со счетов короткие позиции. Откат американской фонды был связан с оптимистичными ожиданиями крайне хороших результатов от киберпонедельника, от распродаж, собственно, в рамках ритейл-сектора. Действительно, потребители потратили очень много, рынок немного взбодрился, но проблем-то один день не решает. В принципе, и выручка, пусть она и превзошла, может быть, ожидания, эта выручка точно не базис, на котором американская фонда будет расти дальше, потому что есть еще и аналитический сектор, остающийся под давлением, есть еще и технологический сектор, который также перспективы исключительно медвежьи, и финансовый сектор в свете повышения процентной ставки тоже самый настоящий такой якорь, который будет топить NASDAQ, S&P и Dow Jones. По USA 30, это и есть Dow Jones, друзья, у нас цель 24 тысячи пунктов, потерпим еще неделю, ну, может быть, чуть больше, и коснемся данного уровня. Мне почему-то кажется, что это более чем реально. Доллар канадец 1.3250, вот вчера день очень хорошо начинался, потому что мы увидели откат нефтянки, по идее, это то, что могло приободрить канадца. Пара держалась какое-то время на уровне 1.32, но приседала даже ниже. Но потом, друзья, канадец снова просел, доллар вырвался вперед, и мы видели максимум даже выше отметки 1.3250. Сейчас котировки 1.3250. С чем это было связано? С тем, что на рынке появились новости о закрытии автосборочного предприятия General Motors близ Торонто, которое чревато тем,
что будут потеряны тысячи рабочих мест. И кроме того, закрытие этого предприятия явный сигнал того, что Канада не справляется, не выдерживает, скажем, конкуренцию с, в том числе и с Соединенными Штатами Америки. Это такой важный момент, друзья. Я думаю, что мы еще вернемся к оценке торгового баланса, и, возможно, нам снова придется еще раз поговорить о достигнутом соглашении. Вы помните, трехстороннем соглашении между Канадой, собственно, США и Мексикой. Может быть, мы что-то пропустили, что важное, на что нужно было бы сделать изначально акцент, но ничего, сделаем тогда позже. В целом, пока у нас остаются еще надежды увидеть дорогую канадскую валюту. Эти надежды связаны с тем, что нефтянка пока будет в плюсе. Ну и, как я уже отмечал, в конце недели у нас отчет по темпам экономического роста Канады, который, по идее, судя по ожиданиям, должен все-таки поддержать рыночное настроение и повысить вероятность скорого ужесточения политики Банком Канады. Поэтому даже несмотря на то, что пара сейчас находится на отметке 1.3250, я все равно не оставляю попыток, надежд увидеть этот дуэт активов пониже. Ну а по аргументации, собственно, только сейчас обозначил вам идею, позицию, которую лично я придерживаюсь. Друзья, на этом, собственно, все. Хорошей вам торговой сессии. Увидимся мы с вами завтра, как всегда, в 9.30 по московскому времени в прямом эфире через Перископ. Хорошего дня. До свидания.